Вот такие они красивые, шикарные щеночки получаются. Сейчас мы пришли есть. Очень часто люди звонят и спрашивают, какую лучше собачку выбрать. Некоторых пугает белый цвет, некоторых пугается, что вот как вот шерсть ухаживать, все это. Трудно ли все содержать собачку. Хотел бы ответить на эти некоторые вопросы, которые так вас часто заинтересуют. Мальтезы достаточно декоративная собачка и ничем не примечательна, ничем не обременена таким вот, чтобы тяжело было за ней ухаживать. Наверное, даже, может быть, в некоторых случаях даже лучше, чем другие собаки, можно так сказать. Потому что если собачку вы подстригли, не выходите на выставку, то она даже лучше дома. Она очень нежная, ласковая. Она будет вам очень верной другом и товарищем. Только обратите внимание, когда вы покупаете щенка. Где вы берете щенка, в каком питомнике. Также смотрим на саму собачку, обращаем внимание, есть ли подтеки под глазами у щенка. Как вот видим, в данный момент у нас нет подтеков под глазами, значит, собака здоровая. Если в дальнейшем появились у вас подтеки, вы взяли здоровую собачку, значит, скорее всего, у вас неправильный корм. Также смотрим, чтобы собачка прошлась, не хромает ли собака. Также при выборе щенка мы смотрим, чтобы были лапки все прокрашены у щеночка. Глазки прокрашены все у щеночка, носик был прокрашен, чтобы хвостик стоял. Также смотрим, чтобы щеночек отвлекался, реагировал на вас. Проверяем слух у щеночка и смотрим глазки, если чтобы не был слепым. Ну, такие случаи иногда, к сожалению, бывали. Также смотрим, чтобы щеночек был активный, так вот по здоровью. Ну, некоторые питомники, допустим, наш предлагают, если при отдаче щенкам, еще договор о том, что в течение 2 недель также может вернуть деньги, если вдруг щенок оказался больной. Просто мы за своих щенков, допустим, отвечаем. Обращаем внимание, мальчик или девочку, конечно, хотите в себе приобрести. Если у вас вдруг аллергия, не переживайте в этом плане. Собака не аллергенная достаточно. Но если очень сильная аллергия, то лучше выбирайте девочку. Объясню, почему девочку лучше выбирать, если вдруг очень сильно аллергия. Потому что мальчик со временем, у него феромоны вырабатываются. Поэтому если люди к этим феромонам тоже есть аллергия, то лучше девочки их не вырабатываются. А шерсть у мальтезы, на шерсть не может быть вообще аллергии, потому что шерсть у них привязана к человеческому волосу. Поэтому если у вас сильнейшая аллергия, то лучше выбирайте девочку, чем мальчика. Ну, правда, девочки тут, как правило, у нас всегда дороже, чем мальчики. Что касается питания щенков, также и взрослых собак, всегда должна присутствовать обязательно вода стоять, в любом случае всегда. Сухой корм, это может быть разный, который подойдет вашей собаке. Мы смотрим на реакцию собаки, если глазки потекли, значит, корм не подходит, мы его меняем. Раз в неделю мы даем желточек обязательно собачке. Индейку от курицы лучше отказаться. Дело в том, что от курицы очень часто бывает у собак аллергия. Сами мальтезы склонны к аллергическим реакциям. В качестве лакомства мы варим индейку, грудку индейки. Даем собачкам вот в качестве лакомства грудку индейки, которая она более безаллергенная, чем куриная грудка. Творожок можно давать обязательно, там кальций в творожке содержится. Нам можно давать кефирчик, либо ряженку, также собакам, кисломолочное. Молоко не рекомендуется. Морковку можно отварную давать, огурец можно давать, косточку какую-нибудь погрызть. Больше особо не надо, собакам не требуется. Характер собак всех разный. Есть такие вот ласковые очень, есть которые более спокойные, есть более игривые.
Есть, вот, кто любит полежать один, но которые быть более одни любят. Так что характер именно можете подобрать. Обязательно обращайте тоже на это внимание, спрашивайте у заводчиков именно про характер собаки. Потому что, может, вам хочется более собаку спокойную или более игривую собаку, смотря для кого вы берете, для пожилого человека, либо для ребенка. Тогда уже обращайте на это тоже внимание. Если собак несколько у вас, то они могут лаять. Если собак одна, вы заводите единственная у вас собачка, как правило, не лают. Когда много вот собак, то они начинают лаять. Друг друга поддерживают. В одиночестве нет. Более спокойные. Дай, Машка.